Canon iSensis MF3010. Черно-белая лазерная МФУ с двумя картриджами в комплекте. Устройство поставляется в фирменной картонной коробке. Внутри два новых картриджа и еще одна коробка уже с самим МФУ, а также кабель питания, пачка технической документации и пара дисков с драйверами и утилитами. Данная модель оснащена функциями принтера, сканера и копира. Корпус устройства изготовлен из высококачественного плотного пластика черного цвета. На задней панели всего два порта для подключения USB кабеля и шнура питания. На лицевой стороне располагается блок управления устройством, сенсорные кнопки и светодиодные индикаторы. Нижняя часть занята лотком для подачи бумаги, рассчитанной на 150 листов формата А4 стандартной плотности. Всю верхнюю часть занимает планшетный сканер. Он построен на базе датчика CIS и обеспечивает глубину цвета в пределах 24 бит, а также способен делать сканы с улучшенным разрешением 9600 на 9600 точек на дюйм. Стандартное разрешение для этого устройства находится в пределах 600 на 1200 точек на дюйм. Сразу под сканером располагается механизм выдачи готовых отпечатков с лотком на 100 готовых листов. Принтер способен выдавать до 18 страниц печатного текста в минуту при разрешении 1200 на 600 точек на дюйм. На разогрев потребуется около 10 секунд. Печатать можно на карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге. Стандартного картриджа хватает на 1600 страниц. Встроенный копир может выпускать 18 страниц в минуту. Имеется возможность масштабирования копий в пределах от 50 до 200%. За один цикл устройство может сделать до 9 копий одного и того же документа. Что в итоге? Canon iSensis MF3010 с индексом 5252B034 – надежное устройство, сочетающее функции принтера, сканера и копира. Это хорошее решение для дома или небольшого офиса.